Хей, йога, если мышмаки, мы продолжаем пройти руху под названием Dark Souls 2. Окей, я все-таки сгонял в ту локацию, где у нас старушка была. Oh, hello again. Еще двоих убил, и поэтому можем купить щит с вами. Да? Либо броню. Не, лучше щит. Все. Thanks very much. Большое вам спасибо. И, конечно, буду рад вас видеть вновь. Теперь, что мы делаем? Мы возвращаемся. Сюда. Отдыхаем. Даем. А давайте я сразу сбегаю к кузнецу. Хотя ладно, гоу к этому мужику. Хотя нет, я знаю, что сделать. Сначала открыть дверь ему. Сундучок. Алтайм. Королевский лук. Лук? Подожди. Полный меч вором. Жал. Да, лук. Короткий лук. Небольшой лук используется охотниками для тренировки. Чтобы стрелять, приготовьте стрелы. Выберите один из двух типов стрел, чтобы поражать уязвимые места врагов. Наносите первым ударом издалека, чтобы получить преимущество. Что теперь у нас есть? АТПР, АТПР. О, я надеялся, что вы придете. У меня появилась пара новых вещей, и я думаю, что вам захочется на них взглянуть. Они пользуются хорошим спросом, и, возможно, я скоро смогу расшириться. Если честно, я сам удивился. Теперь у нас по броне, вот. Нам нужно с вами, ребятки, купить вот эту вот броню. Шлем сокольника. Не-не-не, подождите. Элитного рыцаря нет. А где? Раз... А где они? Подождите, я что-то найти их не могу. А здесь должен быть... Элмуса, или как-то его так. Специального рыцаря. А, найс, короче, их убрали, я понял. Еще обновление, хорошая игра. Always open for business. Хорошо. ХП, конечно, у нас же мало. Мы сдохнем автоматом. Значит, прыгать я не буду. Поехали дальше. У нас сразу что-то остается. Не, давайте я щит поменяю. Отправиться. Найс, 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 найс. Ладно, может быть, они скоро появятся, я не знаю. Пойди, там должны быть. Должна быть броня какого-то рыцаря. Авар. Ав. Что-то на Ава, я не помню. Благодаря которой это самая сбалансированная броня, с помощью которой я смогу пройти всю игру. А, ну чё-то я ее, как бы сказать, так не вижу. У нас опять три развилки. Давайте сначала сюда. Скажите, почему он лежит? Ах ты ж, ё-моё, крыс. Открывается с другой. А ты откуда взял? Копье можно? Копье можно? Алебарду? Да. Да, типа не видно. Душа мертвеца. Так, я думаю, там слишком жарко, чтобы туда спускаться. Заперто. Нет, типа спрыгнуть. А хотя туда можно попасть с помощью этого.
Понял, ребята. Заперто. Что, здесь смерть? Ну, нет. Я не понимаю, что это за место. Я понял, что это за место. Это где по мне арт-обстрел делали. Да? А ты откуда взялся? Мне главное, чтобы на меня эта тортила не напала. Нет. Так, хорошо, там можно запрыгнуть, туда залезть, ага. О, о. Давай, давай, давай. Не, ну меч, конечно, быстренько ломается. Вот это было сейчас... А! Неловко грохнуться сюда. Главное, чтобы я потом смог забраться. Ах, черт, ладно. Здесь другой подъемчик есть. Нормально. Ух ты, зараза. Это ты в меня стрельнул? Подожди, я не понимаю, откуда по мне стреляют. Осколок титанита. Опа, вода, тихо. Мы сейчас все равно будем возвращаться обратно, потому что я сдохну. Стены здесь уже нету туманных стен, как были в первой части. Здесь такие стены заменились на другие немного стены. Давай, мне нужно отхилиться. И пойдем наверх, сходим. Блин, я не знаю. Ладно, давай его тогда сначала прокрутим. Бац, бац, бац. Бац. Бац, 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 бац. У меня хороший щит на самом деле. Бац, 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 бац. Мы уже везде были, поэтому оп. А-а-а. Ха. Прикольно, прикольно. Сейчас мы туда сходим тоже.
Хорошо, здесь только этот здоровяк. Мне просто показалось, когда я спрыгнул, там еще кто-то был. Так тут нету ничего. Хорошо, что я услышал его. Ну ладно, давай. Ни хрена ты бронированный. А, вон кто мне по ногам пулял. Ну, тогда все ясно. Ах, еще вот где. Ладно, пойдем сюда. Так, человеческая фигура. Да, человеческих фигурок очень много дают, поэтому я думаю, что скорее всего да. Ну, насчет того, что. О, прошу прощения, я, похоже, немного замечтался. Меня зовут Кейл. Я путешествую, как и ты. Я странствую по Кентеру и создаю эту карту. А почему карта, спросил ты? Ну, это хороший вопрос. Когда я впервые оказался на этой проклятой земле, это было... Проклятие? Что-то связано с проклятием. Ага, как неловко. Кажется, я стал немного рассеянным. Ну, одно я знаю наверняка, я всегда очень любил карты. Я пришел сюда не так давно. Дранглинг, затерянное королевство. Звучало так романтично. Тебе доводилось быть в Манчжурии. Там есть один довольно простой особняк. Я сделал его своим временно дома. А, ну, боюсь, не вполне законно. Так вот, в этом особняке я нашел одну карту, ничего подобного раньше не видел. Полагаю, это карта Дранглика. И вот теперь я путешествую, чтобы в этом убедиться. Да, точно. Вот зачем я пришел в это королевство. Хотя, нет, не за этим. Но зачем же тогда? Боюсь, я не могу вспомнить. Разве ты ищешь карту? Изумительно, значит, ты любишь карты так же сильно, как и я. Как не стыдно. Нужно было сразу мне рассказать. Вот возьми, это ключ от особняка. Бам! Какая радость встретиться здесь с родственной душой. Невероятная правда, такая карта высочайна в камне. Да, вот еще что. Я бы не забирал так, глянуть особняк. Я не уверен, но кажется, оттуда доносятся странные звуки. Что-то здесь не так. Просто будь осторожен. Скоро я вернусь в Манчжуру. Возможно, мы еще встретимся и сможем поболтать о картах. Ох, ребята. А что это за... За синее свечение под низом? А это свечение, когда я смотрю вперед, найс. Что ж, когда дальше не пошел. Так, так, у нас с вами есть то. Походу, что сломалось у меня с этим. С освещением в игре. Короче, возвращаемся с вами обратно. Самое начало. Манчжуру. И кое-что мы будем с вами делать. Первое, это посмотрим материалы, которые продает торговец. Второе, это у нас прокачка левела будет. Ага, там тоже есть проход. Сходим наверх, потом спустимся к той хрени вниз. Отправиться, Манчжуру отправиться. Чтобы все было у нас окей. Лунный серп, большие серпы с круглыми рукоятью. Тонкое, так, стальное лезвие наносит страшные результаты. Бла-бла-бла. Проклятые огромные враги, хорошо. Новый уровень. Давай сначала. Так, мне нужна стамина. Ну, то есть теперь. Хотя.
Я не вижу. Давайте, наверное, стамину, да? Или ХП. Атака 70. Блин, я не знаю, давайте ладно, до выносливость поднимем. До соточки выносливость поднимем. Он говорит, кто-то в домике, да, вот там шастает. Вот это дом, и там есть то, что мне нужно. Фляга. Это хорошо то, что он мне сказал, что он слышал какие-то там звуки. Верьте, нам это довольно сильно пригодится. Вы слышите звуки? Ключ каменная фороса. Так я могу у старухи не покупать. Ах ты ж, ё-мо. Камень, который можно активировать, создая фарса... Так, бродяги. Фарас бродяга — это легендарный изобретатель, который странствовал по миру, создавая свои устройства в помощь нуждающим. Он так много путешествовал, что фарусу приписывали даже те изобретения, которые он не автором которых он не является. Так, ну понятно, стрелы, болты. Да-да, я... Ключ Ленгрост. Открывает мастерскую кузницу Ленгроста. Блин, ладно. Теперь мы идем туда по звукам. Понятно, это дело свинки. Это от нашей либо скорпения. Это от нашей ходьбы скорпения. Хорошо. Осколок титанита, факел. Опа, стоять. Сколько у меня факелов вообще есть? Если бы они хотя бы где-то отображались. Типа сундук, но почему я его открыть не могу? Привет. Как поживаешь? Ты скелет? Эффект кровотечения даешь, приятель. Это плохо. Ох ты ж, ё-мо, тихо. Предмет человеческая фигурка. Пока. Осколок фляги. Нет, это не мимик. Сосуд души. Почему я не могу поджечь? Хотя, знаете, что я могу поджечь? Почему не могу?
Мне придется тогда отдохнуть у костра и фастом туда пробежать. Здрасте. До свидания. Какого черта они в дом зашли? Кто их сюда приглашал? Ло. А я не приглашал их сюда. Досвидос. Досвидос, досвидос, досвидос. Короче, го сразу к этому сбегаем. Кузнецу. Так, отойди. Это опасная работа. Меня зовут Лэнграст. Я простой кузнец. А ты? Еще один никудышный путешественник. Человек должен работать, постоянно предназначен для его места. И уж точно не скитаться по округе, как вы, окитальные пьянцы. Ох, да. Кого это волнует? Она показывает, что у тебя есть. Твое снаряжение? Давай взгляну, только быстро. Починить оружие, броню, усилить оружие, броню. Это я улучшать, да, буду? В принципе, я могу улучшить этот. Слышите? Меч. Чем бы нет. Почему бы и не? Типа на два раза улучшить. 500. Поговорить. Вот проклятие. Да ты хлеще, чем я. Так, моя беззурная дочь. Только не проведи в странстве всю оставшуюся жизнь. Слышишь? Мне понадобится души, чтобы чинить и улучшать снаряжение. Я знаком лишь с кузнецом делом, но душа можно использовать и по-другому. Не трать души на бесполезные так, обрякушки. Поразмысли, прежде чем их использовать. А снаряжение можно улучшить с помощью редких руды, но найти их довольно сложно. Камни хорошо разбирается моя девчонка, но на все время резвится где-то в округе. Да, иногда можно и попутешествовать, но нельзя бродить по миру вечно. Даже тебе, наверное, когда-нибудь ждет дома. Вот, проклятие, да, ты... Все, одно и то же пошло. А что тебе, если купить? Ух ты, рапирка. Топор. Я бы мечи купил, на самом деле. Я бы купил меч, слушай. А меч неплохо. А, довольно дорого. Не трать мое время. Ладно, хранить с огнем. Эй. Мне удалось отыскать. Да. Улучшить флягу. Да. Теперь у нас три с вами пополняшки. Так, новый уровень. Могу? Можно? Можно. Так, 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 так. Что я тогда сказал? Качну это, да? Можно еще и ловкость качнуть будет. Ладно. Давай физическую эту. Хотя, блин, я не знаю, нужно стамину качать. И хп бы не прочь. Хотя, смотря сколько у нее забирают постоянно, лучше стамину вкачивать. Ладно, поехали. Пойдем, короче, чекнем вверх. Походу туда-сюда у нас уже серия заканчивается. И у меня место на компьютере тоже заканчивается. Поэтому как-то так. Поэтому недолгое было наше приключение. Но у нас еще два места, куда я, в принципе, могу полноценно сходить. Блин, я к черепахе тогда еще не сбегал.
Заперто. Так, если не ошибаюсь, может ошибаюсь, малые ножные. Так, порошок для починки, топорик, лучистый самоцвет жизни. Шлем полого солдата. И вот здесь у нас маленький белый лучистый самоцвет. Так, я сейчас прикола не понял. Небесное благословение. Кстати, сейчас прикола не понял. Я так говорю, а потому что ай блядь. Сейчас давайте быстренько, там должен быть этот. Ладно, сейчас еще прочтем, что я получил. Посмотрим. По идее, я должен был получить то, о чем я думал. Сколько титанита? Две штуки. И нет. Сосуд души. Покажи, кому следует. И... информацию. Сосуд души, сосуд, который может принять ваши души. С его помощью можно перераспределить уровни, но без должного руководства он просто лишит вас всех душ. Если вы на самом деле хотите начать сначала, отправляйтесь туда, где началось ваше путешествие. А. Маленький белый мелок. Предмет игры для сети. Колдовская урна. Небольшая глиняная урна, в которой заключено волшебство, взрывающееся, нанося урон магии. Эту урну создал в Мельфии, стране магии и пиромантии. Сила магии в этом урне не слишком велика, но все же она станет отличной подпорьем для неопытного странника. Так, всякие мечи. Вот, 132 урон. Вот 100. Тут 132. Какого черта? Так, малый кожаный щит. Маленький щит, обитый кожей. Так, весьма распространенной разновидностью малых щитов. Малые щиты очень легкие и ему удобно использовать, но защищаться от них лучше не образом. Ладно. Вторые доспехи. Ключи. Короче, в чем суть? А здесь должен быть на этом этаже, да? Если я смотрел просто прохождение. Ну, походу, из-за того, что у нас пол-версия, то есть у нас все версии полные, здесь вот в сундуке, да, вот когда мы ничего не нашли, а вот здесь мы должны были открыть, и вот здесь мы должны были кое-что с вами ценное найти. А цена это еще одну часть фляги. Но, увы, как можно увидеть, что-то пошло не по плану. Что-то пошло не по плану. А, я еще сдохнуть мог. Найс. Да, что-то обидно на самом деле. Я не знаю, где теперь все
подстилки. Мне хотя бы 5 штук. Вот я надеялся на вот эту на самом деле. Потому что это что-то нечестное. Поэтому всем спасибо за просмотр. Переключиться. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.